Привет! Добренький денечек. У нас сегодня понедельник, 15 марта. И у нас новый рейс. Кому интересно, оставайтесь с нами. Итак, я сейчас только выехал с дому. И движусь по направлению американской границы. На перегонки с поездом. Так, я еду 100. Поезд чуть-чуть, наверное, медленнее едет. Где-то, наверное, 90, может быть, так. Потому что я смотрю, я его обгоняю. А, о, смотрю, дымок пошел, наверное, газку подбросил. Локомотива здесь тащут, и в середине я видел, когда ехал рядом с ним, в середине еще один локомотив. Ага. Так, друзья мои, ну вот, мы продолжаем движение наше. Погодка у нас сегодня, ну так вроде бы солнышко светит, но что-то не так уж сильно. У нас, походу, все же весна пришла. Сегодня, по-моему, плюс 6. Вот тут стояночка такая. Всякие трейлера продаются. Вот тут я свой большой трейлер купил. Мы едем по Манитобе, да? Я только недавно выехал с дому, буквально, что тут, наверное, полчаса, как с дому выехал. Так, мы заехали покушать, вот, в ресторанчик. Ну и вот тут вот я увидел вот такой вот трачок. Рам. Но этот парнишка явно любит высоко сидеть. Так, приехал сынок, пойдем кушать. Вау! Ну... Вот это труба, как у паровоза. Смотрите, друзья, сколько соломы. Эту солому прессуют в тюки и ее продают в Америку. Почему в Америку? Потому что американские фармеры, или фермеры, как их правильно назвать, они очень мало сеют пшеницу или что-нибудь такое, да, из чего можно было бы сделать солому. Потому что в Америке, ну, много кукурузы выращивается, да?
большинство все кукуруза. И вот канадские фармеры, или кто, я не знаю точно, кто этот бизнес делает, прессуют солому и продают в Америку. Я знаю ребят, которые ездят на больших семитраках и возят солому туда, на Америку. Так, мы сегодня опять едем вдвоем с сыном. Вот он спереди меня едет. Потихонечку приближаемся к американской границе. Скоро будем пересекать границу. И как всегда, уже потом будем продолжать наше движение по американской земле. Народ, мы проехали 800 километров. Вот заехали на rest area. Чуть-чуть размяться. А тут вот везде снег еще лежит. Сегодня вот еще свежий снег выпал. Ну, мы, наверное, еще часика два проедем, а потом уже будем спать ложиться. Так, все нормально, все горит, все на месте. Да, все классно. Ну все, поедем дальше. Какое классное утро! Просто прелесть. Всем привет! Не знаю, против солнца, наверное, не очень видно, да? Ну, в общем, так, мы проснулись, и теперь поедем забирать трейлер. Так, еще раз всем доброе утро. Вот мы уже приехали на место загрузки. Да? Это этот городишко, где я всегда забираю свой трейлер. Что-то там спереди, по-моему, случилось. Ну, в общем, мне тут еще 10 минут езды, и я буду на месте. Заберу документы, а трейлер надо будет забрать на другом месте. Так, ну чё? А, там спереди лампы меняют на столбах. Вот оно в чём дело. Да, вон, видите, мужичка поднимают, и он лампы меняет на этом, на столбе.
вот с левой стороны. Вот завод-изготовитель тоже. Но они тут всякое разное делают, да? Вот видно, вот стоят трейлера. А вот стоят форды вот эти вот. Слева, видите, вот, вот в рядах. Форды и шевики. Вот на них на всех будут ставить такие... ну как их правильно назвать? Ну будут их, в общем, оборудовать к такому же, такой же домик, только на базе автомобиля, да? Вот еще опять завод, тоже изготовитель. Они тут один возле другого. Приехали, это уже вот место там, где мое бюро от моей компании. Вот это. Все, приехали. Ну чё, народ, вот я свой трейлер зацепил, а сыну надо ехать еще на другое место там цепляться, так что мы сейчас вместе поедем. Мы в этот раз опять вместе едем. Все, поехали. Ой, трачок грязный, надо помыть срочно. Так, вот кто-то у меня там спрашивал, где я сплю. Вот сплю сзади. В траке вытащил заднее сиденье, сделал себе кровать. Вот, и все вот с собой. И вот тут сплю, да. Еще и переднее сиденье вытащил тоже. Так что места мне хватает. Конечно, у меня другой трак был там со спальником. Конечно, было лучше. Но... все же нормально, за отель не надо платить. Вот так вот. Так, ну чё, народ, все, мы выезжаем. Вот сын тоже зацепился. Все, готовы к выезду. Тут какую-то площадку равняют, что-то, наверное, будут еще увеличивать стоянку. Так, ну я еще что хотел заглянуть вовнутрь, посмотреть, как там. Два дальнобойщика. Доброе утро всем. Так, трачки уже прогреваются. Сейчас умылся. Все. Поедем дальше домой. Сегодня будем дома. Так, трачок я уже проверил. Все нормально.
So. Вот тут на таком трак-стопе спали, rest area. Так, друзья мои, мы едем по направлению канадско-американской границы. Мы сегодня будем пересекать границу уже, и уже вечером будем дома. Я так планирую часов 9 вечером быть дома. У нас такая шикарная погодка сегодня уже с утра. Солнышко светит. Приятно ехать. Так, ну вот что, забежал в Aldi, прикупился немножко. Здесь у нас в Америке молочко дешевле. Ну вот всяких булочек, так, немножко шоколаду набрал для детишек. И все, сейчас поедем дальше, поедем домой. Так, лошадки кушать хотят. Заправились или заправляемся еще? 2,74 за галлон, да? За 4 литра. Так, мы только пересекли границу. Все было нормально. Много не спрашивали. Ну и теперь мы уже движемся по канадской земле. Провинция Манитоба. Нам осталось до дома ехать 2,5 часа, чуть больше, 2,45, наверное. Вот. И мы где-то к 9 часам вечера будем дома, если все будет нормально. Если что, нам ничего не приключится. Так, люди добрые, всем привет. Вот так встречают дальнобойщика, когда он приезжает с рейса. Вся семья в сборе. И мы завтракаем.